Всем привет! Вы на канале Алекс и Арс. Сегодня у нас очередной влог. Уже София и Арсений собран, Саша тоже собран. Куда мы, Арсений, поедем? В город. Ну, мы живем в деревне, как мои дети говорят. Сейчас мы поедем в город, у нас много дел. Мы хотим немножко снять Софийку, один эпизодик. И хотим постричь нашего, Сашу. И также у нас большое дело какое? София, меня знаешь? Подстричь. Нет, не тебя подстричь. Арсений, какое у нас большое дело? Сходить в магазин. Это большое дело? Сходить в магазин? Я не знаю. А для Саши что мы хотим сделать? Купить компьютер. Компьютер, да. Потому что он заработал много денег. Нет, потому что он заработал хорошие оценки. Да. За год. И в результате этого мы ему покупаем обещанный компьютер, игровой хороший компьютер, он очень давно хотел свой, так как он играет, Арсений, на чьем компьютере? Не знаю, на моем компьютере играет постоянно. Где ты монтируешь? Да, где я монтирую видосики. Которые мы снимаем. Шерлок, ты чью жилетку скинула? Это вообще-то не наша жилетка, а Жорика. Жорика? Это да. Сашина жилетка. Это мы просто Жорику вчера давали ее одеть. На улице было прохладно. Шерлок, а Шерлок ее притащил, да? Шерлок, нельзя! Забирай жилетку. Шерлок! Итак, мы сейчас уже будем выезжать. Мы уже практически все собраны. Софика осталось только ее заплести. И можно ехать. Да. Ну что, пойдем заплетаться? Да. Идем. Не знаю, как другие дети. София не очень любит заплетаться. Она любит ходить с распущенными волосами. Да. Но для аккуратного вида мы заплетем ей хвостики. Давай убери микрофоны. Да, мы уже снимаем влог. Коля предлагает, возьми камеру, микрофоны. Мы все помним, мы уже снимаем влог, как мы собираемся. К Масикам едем. К Масикам едем сейчас. Они сейчас едут тоже туда. Отлично, сейчас мы поедем еще к Масикам, заедем в гости. Угу. И попьем там немножко кофейка. Кофейка, попьем кофейка, хорошо. Ну вот, вот, посмотрите. Теперь у нас два хвостика, и она аккуратная девочка. Ну, пошли. Так, и что же мы возьмем? Смотрите, мы для съемки берем микрофоны. У нас три микрофона, наушники, при которых я снимаю, камера, которую я снимаю. У нас есть еще запасная камера. Его Саша дал деньги, говорит, мама, положи к себе, потому что я потеряю. Он хочет купить себе новые хорошие наушники. А я тоже снимаю. Ты меня снимаешь, я тебя, вот так, смотрите. Она меня, я ее. А вот и Шерлок. Шерлок, да, ходит туда, куда ему нельзя. Ему нельзя ходить у нас по спальням. Да. Но он шалит и заходит. Кто шалит и заходит в спальне? Опять дождь, Арсень, да? Да. Что-то у нас погода и вообще не везет. Май такой холодный, вот куртка, вот одеты. Так, садимся в большую машину, вот сюда. Начнем на большую, так как мы все едем. Присаживаемся. Саша уже, наверное, в машине. Нету его еще пока. Так, мы Сашу сегодня подстригаем. Будешь красавчиком, а то зарос совсем, пока школа твоя шла. Никак не могли доехать. Софию тоже подстригаем. Она тоже будет красавицей. Тоже будешь красавицей? Да. Она у нас первый раз стрижется. До этого никогда не стриглась. Ты даже сама не подрезала? Никогда не подрезала волосы. Она со своими с рождения. Саша хочет очень длинно. Нет, я предлагаю ему вот хотя бы вот так. Ну, чтобы была челка как челка, чтобы ложилась, но чтобы не совсем длинно. Саша, экран компьютера будет плохо виден. Не будет. Будет. Саша, что мы делаем? Обстригаем. Ну, не так, как не так, как мама показала, да? А как ты хочешь? Ну, чуть-чуть покороче, чем ты показала, да? Ну, вот так вот. Ну, это как мама. Как мама показала. Хорошо. Потому что реально будет очень длинно, Саша. Красотка сидит. Арсений, тебя будем стричь? Нет. Не хочешь? Нет. Покажи. Вот Арсений, мы обстригли его чуб, потому что у него очень густые волосы. Очень густые у него волосы просто. Ему чуб прям дыбом стоит. Хватит уже играть в свой Бравл Старс. Арсений. Вы тебя завели? Да, завели. Монолитный пояс.
сегодня продолжается стройка бани в гараже. И заливали монолитный пояс. Ну, дождь мешает, блин. Очень сильно мешает. Пошел дождь, сейчас надо сверху стрейчем все зафигарить. О, тебе сама то, Саш? Тебе длиннее не стоит. Одного подстригли. Ну что, нормально? Хорошо, что не так коротко. Вернее, не так длинно, как ты хотел. Нет, отлично, смотри, у тебя длина сама то. Нормально, да. Нормально. Короче, не надо, и ну и длиннее не стоит. Угу. Сейчас мы пришли в магазин выбирать себе компьютер. Но здесь такие варианты. Не, айс, будем комплектовать, Сашка, да, из того, что нам нужно. Клавы здесь. Саш, какой ты себе хочешь? Что? Очень мощный. Не, просто средненький, чтобы тянул игры нормально. Чтобы игры тянул нормально. Нам тут посоветовали сейчас прямо в магазине. Очень интересно, те, кто именно комплектует. Поедем сейчас, узнаем, что там. Ты наушники посмотрел здесь? Да. Что-нибудь интересное нашел? Да. Какие, покажи. Пойдем. Идемте посмотрим, какие же наушники Саша нашел. Здесь есть, да? Да. Так, не здесь, не здесь, не здесь. Вот эти ему приглянулись. Хорошие они? Да, они хорошие. Ты точно знаешь? Да, микрофон съемный, еще звук хороший. Ага, микрофон съемный, звук хороший. А этот, я понимаю, для игры Fortnite хочешь? Да. А, стоит, ну, 140 долларов, нет, 120 долларов, получается, они стоят, да? Угу. Ну, хорошо. Пошли посмотрим, что по компам. Будем определяться. Угу. Ну что там, пап? Как дела обстоят? Intel Core i5 9-го поколения. Чем отличается? Чем? 9600. Чем выше поколение, тем лучше работа. Не, ну да, тут есть это i5 7 там за 1500. Офигеть, только процессор. Ну конечно, дорогие. Есть i7. Есть i9, Саша, как компьютер стоит. 1580. Это самый новый. Кто кричит? Софийка думала, что потерял. А ты что, побежала машинки смотреть? Испугался ребенок, испугался. Не надо уходить от нас далеко. Все нормально. Дарс, угу. Все нормально. Ну что, папа, надо комплектовать? Ну, надо ехать тогда в технику успеха и взять какой-то счет, чтобы понимать, от чего отталкиваться. Ну, поехали. В этом мы ничего толкового не нашли, Саш. Это поехали. Это все наушники купили? Ты здесь будешь покупать? Или поехали в технику успеха, еще там посмотрим. Все равно по какому по нету. Пойдем, может, там еще что-то интереснее найдешь. Поехали, Арс. Ну, здесь какие-то есть собранные. Компьютеры. Да. Тут, наверное, такие слабенькие будут. AMD Ryzen. Все Ryzen. Вон Intel Core i5. Восемь. Ну что, будем смотреть, что можно собрать? 8 гигов, 250. Что, Саш, ты доволен? Да. День у нас удался, мы купили комп, купили. Ты очень доволен? Очень. Теперь что будешь делать? В своей комнате играть? Да. Неужели теперь мой компьютер будет для меня, Софийка, зонтиком? Папа мне дал. Папа ей дал. Да, теперь Саша будет играть, не будет никому мешать. Неужели на втором этаже будет тишина? Я прямо не верю. Арсений будет песку играть, да? Сейчас монитор сразу заберем. Арсений, он купил себе тоже наушники. Здесь? Да? Да. Пока ты ходил, он купил себе наушники. Деловая колбаса. Что, папа? Какая, а? Приходится рассчитываться за хорошие оценки. Да капец, вообще просто. У меня были хорошие оценки, это тогда пятерки, то есть по нынешнему девятки одни. Да. Тогда можно было вообще о чем-то разговаривать. Поэтому, Саня, бери на вооружение. А у меня четверка с плюсом. Да. В следующем году, если что-то хочешь выделить. Одни десятки. Чтобы было ни одной семерки нельзя. Хорошо. А сетевой фильтр или там есть? Да там. Ну что, будем ехать домой. Сегодня этот компьютер соберут к концу дня. И уже Саша будет тестить его, да? Как ты думаешь, будет хорошо работать? Да, он же новый. Ну да, он же новый. И к Масикам поедем. К Масикам нет, не поедем сегодня в гости к ним. София хотела в гости к Масикам. Ну, Софию ладно. Постригли, да? Да, Софию. А где, вот тут? Софию постригли везде вокруг. Да-да-да. Остри. Нифига себе, это тебе для нового ПК? Да. Шо вы там?
Наушники упакованы как слиток золота, елки-палки. Да, Саня? Саш, доволен? Я офигею. Хороший день сегодня? Очень хороший. Ну, конечно. Кого и хорошего, кого-то очень. Прямо тут это. Компьютер даже ему купили. Опустили на деньги. Кого опустили на деньги? Блин, батю. Разорили? Разорили. Да. Сними это. Конец учебного года и это стресс. Батю. Начало тоже. А они тоже платили за свои наушники. Так он сам платил. Да. Все, едем домой. Хватит на сегодня приключений Олга. Да. 5 часов почти. Всем пока. Вы были на канале Брошов. Нет. Алекс и Арс. Александр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.